В Алматы прошла очередная акция протеста продавцов уже снесенного рынка Баянаул. Больше месяца прошло, как их переселили, но, со слов торговцев, нормальные условия для работы им так и не предоставили. Из-за проблем с подъездными путями покупателей почти нет. Илья Самохвалов с подробностями из Алматы. Предприниматели и собственники, которые вмиг лишились своих насиженных мест, были вынуждены переехать на рынок Барлык, который администрация не успела привести в порядок. Проходы между рядами не заасфальтированы, а парковка в ямах, как после бомбежки. Но все это ничто по сравнению с проблемой подъезда к рынку. С северной стороны проспекта Раймбека, движение по которому затруднено из-за постоянных пробок, а с южной недостроенная дорога, которая могла бы решить проблему с проездом. Подъездных путей вообще нету, Алтын-Орда вообще, кому скажешь? Вот мы торгующие только пришли. Понимаете, если вы хотели нас выгонять, субъектов малого и среднего бизнеса, представителей, вы бы сделали подъездные пути. Предприниматели просят достроить 200-метровый участок почти готовой дороги, чтобы покупатели могли добираться до рынка, избегая заторов на проспекте Раймбека. С этой просьбой они обратились в акимат Наурызбайского района. По подъездному пути по южной стороне рынка было соответствующее обращение предыдущего руководства. Данный вопрос сейчас прорабатывается в соответствии с генпланом города Алматы. Я думаю, сейчас уполномоченные органы рассмотрят в установленном порядке и дадут ответ. Каким будет ответ и когда решится транспортная проблема горожан, неизвестно. Этот вопрос волнует не только торговцев, но и администрацию рынка. Для привлечения арендаторов и покупателей удобные подъездные пути к новому рынку крайне необходимы. А пока уполномоченные органы ищут пути решения строительства дороги, предприниматели несут убытки. Илья Самохвалов, Сергей Шуйский, Казахньюз, Алматы. Специально для ТДК-42.